представься, пожалуйста, где мы находимся. Я Овчарова Ирина, это вот мое хозяйство с мамой. Это Луховицкий район, село Любичи. Вот. Жара, сейчас 5 июня, 30-градусная. Как вот спасаются животные? Лошади у нас стоят как бы в ливаде, но у них есть навес. Если им совсем жарко, они у нас заходят под навес в тенечек. А так водичку пьют. Мы их поливаем шлангом из водой. Стараются, как бы, чтобы они у нас всегда у них была вода, потому что без воды им будет очень тяжко. Вот. У вас поросятки есть, да, коровки? Да, поросята, коровы тоже. Поросят мы поливаем из шланга, наливаем им на землю воду, чтобы земля была попрохладнее, они там закапываются поглубже и переносят жару, ну, нормально. Коров у нас стоят на поле, им мы носим почаще воды, потому что у них нет никакого навеса, они стоят в открытом поле, вот, и вода, вода и вода. Спасибо, да? Да. Гуси, утки? Гуси у нас не выходят из пруда, они всегда там, всегда плавают, и если им надо, они заходят в помещение, вот, а так всегда плавают в водичке. Коровки нормально переносят, да? Да. То есть вы им, наверное, что, почаще? Почаще воду выносим на поле и все, а так нормально переносят. То есть молока сколько они давали, литров? Да. По 15-17? Да. Так, у них это, так и остается. Получается. Да. Угу. Ну, будем ждать дождей.